участников в обозримом будущем будет для нас довольно привычен. Вот так. Конечно же, мы понимаем, что за 20 минут они могут спроектировать скорее концепт, чем какое-то изделие, готовое для производства. Но, тем не менее, для зрелищности, для красоты мы дадим их только эти 20 минут. Открою вам секрет, мы заранее предупредили участников о теме банкнот, чтобы они смогли подумать, что они, собственно, будут моделировать, и распределить роли в команде. Напомню, в каждой команде два участника. Каждый из них работает над своей деталью или своей частью работы, и в конце они все объединяют в единый проект. Хотелось бы представить наших участников. Первая команда. Помашите, пожалуйста, руками и подвигайте мышками, чтобы мы поняли, на каких вы экранах. Два левых экрана. Да. Команда слева, экраны слева. Вчера у нас было вверх и вниз, сегодня у нас так немножко более симметрично. Правая команда. Отлично. И теперь я попрошу вас представиться, чтобы мы понимали, как вас зовут, где вы работаете или учитесь, как вы познакомились с Фьюжином. Пожалуйста, пару слов о себе. Добрый вечер. Меня зовут Дмитрий. Приехал я из города Воронеж. Преподаю в одном из вузов. Являюсь эксперт элит. И вот данный формат, который мне предложили поучаствовать, он показался мне интересным. Хотелось бы что-то продемонстрировать в данном шоу, и надеюсь, здесь будет шумно. Спасибо. Добрый вечер, ребят. Я Сергей Никита, студент Высшей школы экономики. Фьюжном занимаюсь, наверное, уже где-то полтора года. Являюсь студент-эксперт и, ну, зажжем, что я скажу. Здравствуйте, меня зовут Ася, я аспирантка Московского политехнического университета. Последние несколько лет моя любовь — это Fusion 360, потому что так получилось, я занимаюсь 3D-печатью. И это один из немногих инструментов, который мне идеально подходит. Здравствуйте, меня зовут Сергей, я работаю в Галактике 3D, тоже занимаюсь 3D-печатью. Собственно, Fusion очень хорошо подходит для целей, которые требуются в 3D-печати, поэтому мы остановились на нем. Ну что, готовы? Начинаем? Готовы. Обратный отчет. 7, 6, 5... 4, ручки на мышке. 3, 2, 1, начали. Пока ребята въезжают в свой новый проект плавно, я немножко расскажу про Fusion. Fusion — это достаточно молодая, около 5 лет, чуть менее 5 лет от роду, полисапор-система, я бы ее так назвал. В ней есть возможности сапор-едения, в ней есть возможности CAE, в ней есть возможности визуализации, ЧПУ-модуль. И все это натянуто на мощнейшую систему облачной совместной работы A360. Большое количество инструментов Fusion также имеют облачную составляющую, соответственно, работают быстрее, чем обычно. Чем еще замечательен Fusion? Это одна из самых интенсивно развивающихся SAP-систем, которые я знаю. Но даже не одна из самых. Потому что ни одна другая система, из известных мне, не выпускает обновления раз в месяц. Более того, каждое обновление заточено под просьбы пользователя. То есть разработчики следят за соответствующими формами, где пользователи высказывают свои пожелания по дальнейшему развитию функционала. И развивает Fusion именно туда, куда их об этом просят. Вот. Давайте посмотрим, чем занимаются наши участники. Правая команда строит посечения. Интересные дисплайновые формы. У левой команды, левый для меня, правый для вас, тоже совсем-совсем все вначале и так. Расскажу еще немножко, уточню условия конкурса. Безусловно, Наташа уже сказала об этом, я чуть разовью ее мысль. За 20 минут невозможно не только предоставить
То есть это конкурс не на проектирование изделий, это конкурс на трехмерное моделирование в заданном направлении. То есть направлении какого-то нового, необычного, инновационного бытового робота. А итогом конкурса будет выставленный на экране наиболее выгодный, по мнению разработчика, ракурс созданной модели, визуализированный средствами Fusion фотореалистично. И победителя будете определять вы, дамы и господа, путем создания шума. А наш технический ассистент Дмитрий замерит уровень шума в децибелах, и мы сравним. За кого больше покричали, пошумели, потопали ногами, тот и победил. Вот, так что внимательно наблюдайте, выбирайте своих фаворитов и решайте, за кого вы будете отдавать свой шум. Мне очень интересно, что же спроектируют наши сегодняшние команды. Я помню вчерашний батл. Там был робот для Google собак и, кажется, какой-то кухонный робот, который я назвала роботом для армрестлинга, да? А, робот для рукопожатия. Да-да-да, робот для рукопожатия. У кого-то уже есть идеи, что проектирует наша сегодняшняя команда? Мне кажется, тренажер навыков планшки белья у левой команды. На утюг очень похоже. Да-да-да. У кого есть альтернативные мнения? Наверное, еще рано, да? Но попозже мы вернемся с этим вопросом. У меня есть подозрение, что у правой команды что-то похожее на контур сиденья. На верхнем экране справа. Я угадаю, это вот из трех нот. Давайте устроим небольшой опрос. Кто-нибудь, у кого-нибудь есть мысли, кто-нибудь может заранее предсказать, сделать ставку на то, что именно задумали наши участники? Поднимайте руку, и я вам дам микрофон, вы попробуйте угадать. Ты наш? Да ты, я тебя знаю, ты читер. Вопрос, вверху и внизу это одна модель? А, нет. Вот, это очень хороший вопрос. Вверху и внизу у нас, очевидно, разные модели, но так как команда у нас общая, вы же словно в конце нашего конкурса увидите, как детали, созданные разными участниками в рамках одного проекта, в итоге будут собраны воедино посредством системы облачной коллективной работы А360. Через некоторое время, я уверен, вы уже на том закон видите панель данных слева, она пока пуста. Ребята еще туда ничего не положили, но вот скоро вот на этой вот левой панели появятся файлы, которые создали ребята, и они будут их комбинировать, консолидировать единый проект. На всякий случай напомню, два экрана слева принадлежат команде, которая сидит, соответственно, слева. Два экрана справа принадлежат команде, которая сидит справа. Сходство с утюгом усиливается. А поднимите, пожалуйста, руки, кто из вас использует или хотя бы пробовал Fusion 360? Ага, у нас оказывается таких много. Давайте пока поболтаем. У кого какой любимый функционал? Я люблю всем рассказывать про то, что я очень люблю рендеринг во Fusion 360. Особенно я люблю там делать деревянные детальки из массива дерева, потому что у них получаются, ну, необыкновенно правильные ходовые кольца на них. А кто еще может рассказать, какой у них любимый функционал? Алексей, какой у тебя любимый функционал? У меня любимый функционал Fusion 360, кроме рендеринга, наверное, функционал свободного моделирования слайдов. Ну, в других сортах, по крайней мере, от Autodesk сравнимого функционала я сейчас не припомню. Дисплайны по Fusion не просто хороши только тем, что они дисплайны. Дисплайны это в принципе очень хорошо. То, что система поддерживает, это всегда замечательно. По Fusion они хороши еще свободой, которую они дают пользователю в области моделирования свободных, ничем не ограниченных конструктивных форм. Вот сейчас это как раз видите, как слева внизу проектируется именно дисплайновая форма с
свободная, ну, уже от нее отошли. В общем, очень удобный функционал свободного моделирования, практически сравнимый с инструментами скульптора и глины. Это, в общем-то, довольно типичная история, когда суровые машиностроители, такие как Алексей, очень вдохновляются инструментами Тисклана, а люди, которые работают в сфере анимации и графики, им как раз больше нравится твердотельное моделирование, которое немножечко не хватает в таких инструментах, как Макс и Майя. Ну, Макс и Майя, они не так уж и нужны, потому что это ну, да, да. Мне лично, как машиностроителю со стажем, всегда не хватает твердотельного функционала. У нас, может быть, МНЕшных решений. Я ретроград. Мне кажется, я угадал, наверху у нас какой-то шезлонг, вероятно, надувной. Массажное кресло. Тем временем у нас остается менее 12 минут. У кого есть какие-либо идеи по поводу того, что проектирует команда справа? Поднимите руки. Кто уже догадывается, что проектирует команда справа? Кресло-качалку. Вот похоже, да. У кого есть альтернативные идеи? Так, пока... Рабочее место. Я бы хотел такое, кстати. Хорошее рабочее место, да. А что насчет команды слева? У кого есть идеи по поводу того, что проектирует команда слева? И снова здравствуйте. Пылесос. Есть ли какие-то альтернативные мнения по поводу проекта команды слева? Это владельная станция. Судя по заданию конкурса, автоматическая. Сама отнимает у пользователя белье и добавит платить. Возможно. Напоминаю участникам, что в конце наших 20 минут нужно отвести несколько минут на создание фотореалистичного изображения, на основе которого ваши поклонники будут шуметь. Для вас. У вас остается ровно практически 10 минут. И до сих пор я еще пока не могу обнаружить признаков начала сборки изделий из результатов работы каждого из участников. Пока каждый из них работает в своей рабочей области со своими данными и не обращался еще к данным своих коллег. Ну, для того, чтобы сделать сборку, у участников осталось 9 минут 43 секунды. Мне кажется, участнику на правом нижнем экране особенно удаются цилиндры. Я давно наблюдаю за разными цилиндрами. Наверху у нас появляются признаки некого манипулятора. Появились ли новые идеи у нашей аудитории по поводу того, что на проекте слева? Может быть, у вас? Кресло-качалка для зарплаты. Слева. Или вы про то, что справа? Справа кресло-качалка, а слева? Там наверху какой-то захват. Еще посмотрим. Дайте знать. Если появится идея. Кресло-качалка, конечно, кресло-качалка, но вообще это тема нашего задания роботы. Может быть, все-таки у кого-то есть еще идея? Автоматическое кресло-качалка. Может быть, у вас есть идея новая? Нагреваешься. Там стоит сверху солнечная батарея, она, соответственно, впитывает лучи и дальше передается человеку. Она сохраняет, и зимой человек пользуется лежа на этом кресле. Потрясающе.
Мы ждем еще немного, а ждать нам осталось чуть меньше 8 минут. Да, и, ребята, я снова вам напоминаю, не забудьте оставить время на визуализацию. 170. Какие озабоченные выражения лиц у наших курсантов. Обратите внимание, что, кстати, что у большинства из них опыт работы с клиентом, я сейчас прикинусь ясновидящим, не более 5 лет, а, скорее всего, меньше. И они достаточно уверенно работают с его достаточно необычной рабочей средой. Учитывая то, что ему уже вообще менее 5 лет, ты наверняка прав. Спасибо. Черты кальяна у нас появляются, мне кажется, снизу слева некие. И снизу справа я вижу, кстати, начало сборки какой-то кинематической схемы, как мне кажется. Вероятно, там будут тоже какие-то манипуляторы или системы рычагов. Мне даже интересно, как система рычагов может соотноситься с явным креслом. Кто говорил про гладильную доску? Ну вот, или про жарвину. Вряд ли это доска для серфинга. Начинаются мои любимые моменты про красивые. Про что? Про красивую визуализацию. Да, да, мы видим до начала работы по рендерингу, по подготовке сцены, точнее. Ребята, остается ровно 6 минут. Пипец. Успеем. Ты готов? 6 минут, 6 минут. Сейчас. Это нет. Много или мало? Сейчас смотрим на что-то. Обновляем. Так, мы уже практически разгадали задумку команды слева. Кальян с гладильной доской. Окей, что тогда справа? Так, массажное кресло со стоматологической стойкой. И, вероятно, ну, судя по всему, должна быть какая-то автоматика. Приложение к стоматологической стойке – это пугает. Кто согласен с Алексеем и думает, что это массажное кресло со стоматологической стойкой? А у кого есть какие-то другие варианты? Все колеблются. Вроде бы как-то не соглашаются, и другого варианта тоже нет. Предсказания? Аналитика? Красивые гладильные. Ну, возможно, слева гладильный робот? Да, вот я тут до сих пор не могу понять, каким образом будет организован привод рычага. Может быть, вы знаете? А что у нас справа, может быть? Справа шезлонг, но я не знаю, что он еще делает, потому что ему можно лежать. Но у него есть некий манипулятор. Надеюсь, что это не для стоматологии. Судя по тому, что сейчас происходит, он будет двигаться в нескольких плоскостях. 4 минуты. Отлично. Конечно. Обратите внимание, уже на панели данных, вот здесь вот слева, можно видеть, что результаты труда у ребят общие, что они работают над одним проектом. Все, что смоделировал один участник, есть в панели данных у другого. Может вполне обращаться к ним, использовать в своих узлах и сборках. И, забегая вперед, скажу, что все, что будет делать другой участник в этих файлах, на который сослался его коллега, будет автоматически отражаться на него в рабочем пространстве. Очень полезный комментарий, потому что вчера на самом деле многие пропустили этот момент. Вроде бы как участники работали над разными деталями, а потом как-то раз внезапно не заметили и уже получился единый проект. Сколько времени?
Три минуты. Напомню, что среда визуализации, встроенная в архитектуру, умеет строить фотографии рейтрейсинга. Соответственно, качество получаемой фотографии зависит только от того времени, которое вы готовы затратить на ожидание результата. То есть, чем дольше вы ждете, тем более качественно становится ваша фотография. В любой момент можно это качество установить, подать готовый снимок, а можно поставить, допустим, на ночь. А где вращение? Где вращение? Так, намного все красивее. Нужно. Так, все. Левая команда выигрывает. Аналитика от нашего постоянного комментатора. На чем основывается ваше мнение? Визуально. Вот этот кусочек пионерского галстука вас увидел? Конечно. Нет. Света. Кинематика. Спасибо. Вот мне сейчас кажется, что справа делает робот кука. Вы посмотрите на картинку справа. Вот это практически кука. Все, очень похоже. И руку манипулятора, мне кажется, удобнее получается банка пива. В сочетании с креслом, наконец-то, у меня в голове родился интересный канал. А я болею за ребят справа. Медленно, но верно, они допиливают конструкцию, хотя у них остается чуть больше одной минуты. Чуть больше одной минуты. Пожалуйста, включите нам волнующую музыку. У нас была такая-то припустена. Музыка, на которую в фильмах обычно главный герой перепрыгивает расширяющуюся пропасть между частями разводящегося моста. Именно эта метафора, мне кажется, уместна, учитывая, что у нас осталось 40 секунд до окончания конкурса. Пошло построение фотографии у левой команды. Красиво. Утюг-паук. Очень правая похоже команда на то, что было вчера. Одна команда у нас были визуализаторы, а вторая команда суровые машиностроители. Да-да-да, кстати, совершенно верно так и было. И здесь тоже уже идет визуализация. 6, 5, 4, 3, 2, 1, стоп! Ура! Я считаю, успели обе команды. Предоставим слово командам, чтобы они немножко рассказали о том, что за проекты они создали. А как же работает облако? Облако не считается. Команды уже не работают. Работает Autodesk. Кто из вас готов презентовать свой проект? Ваш. Ну, это техно-хоррор, на самом деле. То есть, представьте, по квартире бегаешь от такого паука, который еще вещи гладит. На самом деле, задумка такая. Есть утюг, да, но по традиции промышленного дизайна надо максимум использовать того, что уже есть, чтобы была минимальная стоимость. Поэтому предполагается, что может быть использован и имеющиеся какие-то модели утюгов, модифицированные, сверху некая надстройка, к которой уже крепится сам привод. То, что торчит сверху, вот этот кусок кальяна, вот, там на самом деле камера. Она еще на гибкой ножке, гофром, то есть он видит во все стороны, распознает белье, соответственно, на лапках на одних держится за доску, другими расправляет, гладит и заворачивает обратно и куда-то перетаскивает. Вот, в принципе, вся идея. Спасибо. Просто завораживает. Я восхищен. Ребята, кто у вас готов презентовать ваш проект? Мы на себе в последние пару дней почувствовали, что в Москве очень не хватает солнца, очень не хватает часов для сна, поэтому единственная идея, которая преследовала нас последние несколько дней, когда мы готовились, это место, которое позволит нам отдохнуть, размять наши мышцы, принесет нам с утра пораньше горячий кофе, чай и по вечеру или какое-то что по вкусу. Соответственно, рядом более высокая стойка, которая выезжает из-за спины, которая может позволить нам быть в курсе дел этого
планшет или что-то другое, музыка. И да, идея про солнце была очень верна, потому что сверху это освещение, которое может динамически будить нас, например, вместо будильника, либо накапливая солнечную энергию, немножко греть нас ультрафиолетом, когда нам не хватает такого. Роскошно. Открывайте компанию на Kickstarter, я буду первым. Да, вот ссылочка, пожалуйста, где сделать предзаказ? Ну, Дмитрий, мы готовы проводить голосование от слова «голос». Дамы и господа, напоминаю, итогами победитель будет определен по итогу замера шума, который вы сейчас создадите в поддержку понравившейся вам команды. Начнем с команды, которая создала нам... начнем с команды, которая создала концептуальную модель утюга робо-паука, утюга для глажки белья, пока вы спите. Сейчас наш технический ассистент Дмитрий подаст нам сигнал, и вы должны зашуметь любым доступным вам способом. Максимально громко. Дмитрий, после сигнала сколько секунд будет, чтобы шуметь, чтобы мы молчали в этот момент? Пока поднята рука Дмитрия, супер, нужно шуметь. Когда он ее опускает, можно отдохнуть. Нам с Алексеем в микрофон шуметь нельзя. Итак, Дмитрий. 69 децибел. Давайте будем считать это разминкой, потому что по опыту вчерашнего конкурса это скромно. Дамы и господа, я знаю, что вы можете лучше. Давайте, это была репетиция, а сейчас будет настоящее голосование. Более изъявление команды поклонников левой команды. Итак? 71 децибел. Восхитительно! Другое дело. Ничего не изменилось. Так, а теперь голосуем за место для релакса. Ненастную погоду. Что? Дмитрий, ты готов? Дмитрий? 72 децибела. Внимание, победило место для релакса. Левая команда. Правая команда. Ты что со мной? Церемония награждения. Спасибо за эту возможность. Официальный спонсор сегодняшнего батла — компания MSI. Компания MSI предоставила для наших конкурсантов два вида призов. По уровню крутизны отличающиеся, соответственно, для первого места более крутой, для второго места менее крутой. И команде-победителю предоставляется почетное право выбрать, какой из этих подарков круче. Соответственно, у вас, во-первых, возможность выбрать, какой из этих двух подарков вы считаете наиболее подходящим призом за вашу победу. Это рюкзаки MSI и дорогущие, крутейшие игровые наушники. Наушники побеждают. А вторая команда получает замечательные, потрясающие, эргономичные и стильные черные рюкзаки с эмблемой MSI. Поздравляю! И спасибо всем зрителям. Да, представители MSI. Награждение еще не завершено. У нас еще один компонент приза победившей команде. Дмитрий? Благодаря компании NISA DigiSpace у нас есть такие логотипы Fusion 360, распечатанные на 3D принтере, созданные в Fusion. Поздравляю. За время проведения Fantasy University, точнее до сегодня, во Fusion
спроектирован и создан наш логотип компании, и напечатан на 3D принтере также. Создатель уже награжден драконом. В общем, это работает! Спасибо! Потрясающе! И завершающий этап награждения всех участников без исключения. И победившей команде, и пришедшей, занявшей Дмитрий. Прошу прощения. Для студентов-экспертов ОТДС компания ISO дарит подарочный сертификат на прохождение экзамена в Fusion 360. Студенты. Раз. И студент. Два. Спасибо. Прошу прощения за дезинформацию. Спасибо всем. Хорошего всем вечера. Никита, я Никита.